Ты Томми? Томас Анджело. Детектив. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Полли и Сэма. Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо! Ты у меня на мушке! Если нас нагонят, нам конец! Но и ты живым не уйдешь! Мне проблемы не нужны. У тебя уже проблемы. Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Спокойной ночи, сволочь! Держитесь, я кое-что придумал. Нихера себе! Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать. Нам на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Как там твоя нога? Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. Ну, может, и так пройдет. Все равно я его выйду. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Я понял, мы уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? Меня достали твои вопросы! Ты у меня на мушке. Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. Это по-твоему срезать? Но они же отстали. Отстали-то не все. С теми парнями вы не особо ладите, да? Иногда деловые партнеры ссорятся. Так бывает. Заткнись уже, Полли. Хватит болтать. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов дожить до утра. Я ничего не слышал, ребята. Утёк ты им нос! Это еще не все! Давай, гони! Нам спасибо не скажут. Шамилл-стрит тачки. Сколько вообще на встрече было машин? 4, может 5. Наверняка он вызвал подмогу. Похоже на то. Их все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Этого следовало. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. Западный портовый мост. Давай туда. А, мост же разведен, да? Ага. Мы успеем. Как они все снимаются? Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую Италию. И побыстрей. Поездка не закончена. Такого я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар.
Отлично. Уже близко. Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа, только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке, пытался объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Тебя здесь никто не знает. Так что потише, лады? Ладно. Босс уже закончил? Не, можешь и дальше хер пинать. Кто этот новенький? Да шофер один. Мы ему помогаем. Но он будет босса возить? Не, от тебя работа так просто не уйдет. Ненавижу сидеть без дела. Скучище. Если босс считает, что тебе еще рано дань собирать, что поделать? Не понимаю, чем я ему не подхожу, Поле. Как думаешь, что мне надо? Это не ко мне вопрос, Карло. Я тебе вряд ли дам верный ответ. Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Сперва я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже 100 лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятностей. А мы рады деньгам от него. Увы, нам пора. Дорога на север долго. Если Дон захочет купить еще, можем встретиться за городом в каком-нибудь тихом месте. Хорошая идея. Мы въехали в город утром, и легавые стояли на каждом углу. Я знаю одно место. Бонжорно, Винченцо! Рад встрече, Том. Если Поле станет тебя прессовать, скажи мне, я его мигом на место поставлю. Ральфи сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально шарит. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то.
Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь, а мы ползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина, не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайками. Слушай, там в грузовике был виски? Да, новый поставщик. И вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Борелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, наше-то пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла, то в какие заведения мы его поставляем, Топ. Видел бы ты тамошних дамочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит мне парень, который собрался сжечь машины Морелла? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им срисовать твою морду. Или врежь им так, чтобы они ее нахрен позабыли. Мы на территории Морелла. Между кварталами Морелла и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию, а он сидит в Норд-парке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Так, мы уже близко. Громилы Морелла ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь красться, никаких дел нам не поручают. Ага, вот так. На то есть старая гвардия. Однажды они и тебя возьмут. Если они нас не увидят, то и стрелять не будут. Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару, а ты пока подберись сзади и втащи его. Я отлично умею отвлекать. Не особо, но многие в городе жизни на босса, береженного бог бережет. Главное, что платит он вовремя. Эй, ты что делаешь, черт тебя дери? А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого черта ты здесь делаешь? Ты кто такой? Я недоумеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино, он мне приказал. Дино? По всему городу шныряют ребята Сальери. А Дино сказал тебе тачки сторожить. Послушай, парень, ты кто вообще? Знаешь Дино? А, еще как знаю. Как-то раз у меня была отличная возможность подойти к этому козлу сзади и свернуть ему шею. А я, дурак, взял и упустил такой случай. Да о чем ты толкуешь? Надо было сделать это. Не сиськи мять, а завалить этого гада, пока все не пошло. На тебе! Ну, идем к машинам. Бери биту и начинай махать.
бы я сейчас поглядел уже этих недоумков. Ах ты ж! Эй, отвали от машины! Лови его, Том! Тебе что? Ты сука! Давай, Том, скорее! Сейчас придут другие! Швыряй молота! Подай тут огонь! Пора зажигать! Вот так! Хорошо пошла! Да, это парни Морелла точно услышат! Жахнуло на весь квартал. Нам пора. Возьмем тачку Дина. С чего ты взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит... Держит. Сообщают о стрельбе и горящих машинах в парке. Это рядом с баром Морелла. Только не возьмите его, ребят. Старые способы самые верные. Прямо в ворота! Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. Не дайте ему драть! Я заряжаю! Вернитесь, твари! Мы засекли его. Судя по докладам, уже окружаю. А, черт! Том, легавые! Ну и что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвемся. Хороший план. Они разозлились. Не будем злить их еще больше. За ним, ребята. Оторвались. Держись от них подальше, и они отстанут. Пронесло. Поехали, доложим боссу. Я думал, легавую Сальери на содержании. Только некоторые постовые. А у Морелла сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же. Пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебя. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. Однажды мы с Винченцо разболтались возле бара, и я стал с ними работать. 10 лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше, а Винни уже старый хрыч. Я думал, что в семью берут только благодаря каким-то связям. Брат там, или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло. Папаша его был с Доном «Не разлей вода». Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. Влить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю. Хе, еще бы. Mm-hmm.
нужно заткнуть картон. А что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух. Красота. Так ты все еще с ним? Да, типа того. Эй, босс, все готово. Разобрались? Более чем, мистер Сальери. Я понял. Садитесь. Видели Морелло? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Ха-ха. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Морелло и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелло вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Хорошо. Хорошо. Поли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык. И если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелло травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сальери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня... Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. Хорошо. Ты принят в семью. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи – повар так себе. Зато его дочь Сара – Мадонна.